Всем привет! С вами канал «О вкусной еде». Вова любит поварить. Я его ведущий Владимир, и сегодня мы с вами будем готовить профитроли со сгущенкой. И я вам покажу, как делать ни в коем случае не надо. Учимся на моих же ошибках и неповторяемых. Подписка, лайк и колокольчик, как всегда, приветствуются. Заставка! Весь перечень продуктов для теста вы видите на экране. Также он будет доступен в описании под видео. Воду смешиваем со сливочным маслом и доводим до кипения, чтобы масло полностью растворилось. Всыпаем муку с солью и перемешиваем до однородности на слабом огне. Даем немного остыть и добавляем яйца, которые предварительно были перемешаны. Добавляем в пару приемов. Когда тесто получилось однородным, начиняем им кондитерский мешок. Отсаживаем небольшие изделия одинаковой формы. Близко не делаем, потому что изделие в духовке у нас увеличится в размере. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 200 градусов 30 минут. Время может быть разное в зависимости от духовки и размера изделий. Даем чуточку остыть. Заполняем вареной сгущенкой или любой другой вкусняшкой. Заваривайте чаек и приятного аппетита! Профитроли из заварного теста готовы. Вот что это такое получилось, а? Они какие-то все уродские, что ли? Блин, и сгущенка какая-то жидкая. Надо было, наверное, через низ начинять. Но она бы тогда вытекла. Она у меня жидкая. Именно так делать не нужно. Всегда ставьте профитроли в разогретую духовку до 200 градусов и выпекайте 30 минут. Второй момент. Не делайте слишком большие профитроли. Они у вас получатся, ну, вот такими вот. Вот корявыми. Делайте всегда маленькие. И третий момент. Для начинки берите густую консистенцию. Вареную сгущенку обязательно берите густую. Потому что когда вы начнете начинять через низ, у вас она может просто вытечь или заляпать другие изделия. Кому понравился данный рецепт, наверное, есть такие, непременно ставьте пальчик вверх. И не забудьте подписаться на мой канал «Вова любит поварить». Надеюсь, это видео вам помогло, и вы не будете делать элементарные ошибки в приготовлении профитролей. Новые ролики 2 раза в неделю, во вторник и в пятницу в 17:00 по московскому времени. Не пропусти. А с вами был канал «Вова любит поварить», и я его ведущий Владимир, который показывал, как не надо делать профитроли. Всем удачи на кухне. Так делать точно не нужно.